Слушай, но как мы найдем лося в таком густом лесу? Спокойно, у меня есть бинокль. Ой, пещера с белыми камнями. Берета, ты мне в рот смотришь. Ой. Лось! Слушай, такое солнце, давай позагораем. Ну, мы же преследуем лося. Ну, ты преследуй, загорай. Ой, меня сзади сюда белое. Ой. Слушай, ну как же мы найдем этого лося? А я в книжке читала, для того, чтобы найти лося, надо узнать, где у лося Лёшка. Ой, тоже мне проблема, Виолетта. Узнать, где Лёшка. Сейчас. Алло, Лёшка. Да не этот же Лёшка. Лёшка, это ты, не ты, Лёшка, пока. Лось! Лось! Слушай, ну-ну, посмотри в бинокль, где этот чёртов лось? Сейчас посмотрю. Ой, тут горы какие! Дура, ты мне в грудь смотришь! Чё-то я и вижу какие-то горы невысокие. Так, пригорочки. Ага, а у тебя вообще равнина. Лось! Лось! Маш, а? А по-моему, мы заблудились. Спокойно, спокойно. Ты чего? Мы ж не могли заблудиться среди трех сосен. Могли. Не нервничай. Я знаю, что делать в безвыходной ситуации. Знаешь ли это? Сейчас надо ориентироваться, где мы находимся. Ой, слушай, я в книжке читала, для того, чтобы правильно сориентироваться, нужно найти, где север. А где север, там растет и мох. А у моего мужа везде север. У него юг только на голове. Слушай, ну где же тут лось, а? Когда же он придет уже? Лось! Лось, сукин сын ветый! Слушай, может быть, с тобой мы слишком заметны? Ой, точно, мы с тобой действительно очень заметны. Нам нужно ползти. Ну как тут ползти? Тут земля вся грязная. Вот у меня с собой веник. Давай, ложись. И тут, и тут. И ползи, всё. Я поняла. Знаешь что, Виолетта? Что нам нужно с тобой? Лечь в засаду. Ой, точно, нам лечь надо в засаду. Давай, ложись. Маш, а я красиво лежу? Супер. Слушай, слушай, сфотографируй меня. А у тебя же этот цифровой фотик же есть? Ты знаешь, я фотик забыла. У меня эпилятор есть. Ну какая разница с фоткой эпилятором? Только голову не фотографируй. А чего будет? Мне 54, морщины будут видны. Чего этот лось не идет, а? Я уже не знаю просто. Виолетта, я поняла, что нам надо. Нам надо его приманить. А, точно, Виолетта, Виолетта, иди сюда. Смотри, Виолетта, ты вообще с собой взяла этот манок? Мой манок всегда со мной. Это не манок, это панок, а не на мужа. Панок, а же на зверей. Вот смотри, вот видишь, у меня, о, вот сюда, в эту дырочку дуешь, зверь думает, что его самка зовет, и прибегает. Смотри. Господи, много ли надо мужикам? Лось! Лось, выходи, слушай, ну в засаде тоже мы с тобой же лежали, и было все, было громко. А теперь давай стоя в засаде и тихо, да. Так, можно, а можно я твой плеер послушаю? На, держи, только тихо, хорошо. Да, мы в засаде. А вон, смотри, вон. Так, Маша, сейчас... Ты неправильно ружье держишь. Ты его не в глаза, а целься так. А, вот так. Хэп, поняла? Давай, блин!